Привет всем с Мещерской земли. Видео будет очень коротким, и снимаю я его только для зрителей YouTube. На других площадках я уже делал анонсы о том, что в начале осени вышла моя новая книга «Зимовье на Гелюе». Книга с тех пор распространилась по всем книжным магазинам крупнейшим. Она есть как в обычных магазинах, таких как «Читай город», «Лабиринт», так и по электронным площадкам, что еще удобнее. Она есть на таких магазинах, как «Озон», «Валберес», также «Читай город», «Лабиринт» и прочих-прочих крупных книжных магазинах. Также эта книга продается в ближнем зарубежье, Беларусь, Казахстан, и в дальнем зарубежье, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки. Все ссылки по этим крупнейшим магазинам имеются под этим роликом. Можно пройти вниз, отмотать и по этим ссылкам посмотреть, где она продается. Ссылки это не все, это лишь часть ссылок. В принципе, можно найти через поиск по названию более удобные для вас магазины. Моя книга адресована в первую очередь подросткам, но она, конечно, будет интересна и не только им, но и их родителям, и вообще людям, которые интересуются таежной романтикой, охотой, приключениями в тайге. Всем эта книга, я думаю, понравится. И более подробное описание, более подробный анонс, и даже на некоторых сайтах есть отрывки этой книги, они имеются также внизу по ссылкам практически в каждом ниже приведенном магазине. На этом у меня все. Покупайте книгу, делайте себе подарок на Новый год, делайте мне подарок тем, что вы купили мою книгу. Также поздравляю всех с Новым годом, желаю мира, много любви, много добра и всего самого лучшего.